И к другим темам. Власти республики выделили региональному оператору по обращению с отходами «Экология Т» землю без торгов. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкортостана Ради Хабиров. На участке площадью 40 квадратных метров планируют компостировать органические отходы, и он расположен в Туймазинском районе. Ранее регоператор представил инвестиционному комитету республики проект строительства участка компостирования. Объем капвложений в проект составит 142 миллиона рублей. В ходе его реализации создадут 26 рабочих мест. Если компост получен из чистых органических отходов, и из него можно сделать компост и использовать как удобрение, если он будет поступать в смеси с остальной массой отходов, то, соответственно, только использовать в виде техногрунта для изоляции полигонов и, так скажем, испорченных земель. Проект запустят в течение 2 лет. После этого начнется работа по созданию на этой территории экотехнопарка.